Вот. Рада приветствовать. Добрый. Да. Знаем друг друга много лет. Столько не живут. Я уверена, нам есть с тобой о чем поговорить. Да? Смотря о чем. Ты знаешь, больше... О журналистике, о политике, о жизни, об обществе, о стране. Ага. Ну, больше о тебе. Обо мне? Да. Обо мне, я думал, в последнюю очередь. Ну вот это такая поговорить. Программа, которая как раз позволяет все-таки узнать какие-то моменты в твоей жизни, которые для тебя важны. Вообще, знаешь, как я так говорю, такая задача стоит — раскрыть личность. Мне вот кажется, что твоя личность вызовет интерес. По крайней мере, мы будем стараться. Ну, я не работал во многих местах, у меня не было бурной карьеры, я не меняю место работы часто. У меня семья, дом. Вот и все, да? Все, чем я дорожу. Нет, все-таки я предполагаю разговор более такой подробный, да? И как первый вопрос, ну давай так, как тебе сегодня живется? О чем думается? О чем мечтается? Как тебе вот в этом времени, которое многие предпочитают ругать? Ну, многие предпочитают ругать, и, наверное, правильно. Другие пытаются спекулировать на этом, что тоже можно понять. Я имею в виду политиков. Жизнь, конечно, люди недовольны жизнью. Я не доверяю социологическим опросам, в принципе, не доверяю. Но нельзя не признать, что социологические опросы показывают какую-то тенденцию. Тенденция очень печальная, потому что когда последний барометр общественного мнения показывает, что 85, по-моему, процентов населения считают, что страна развивается в неправильном направлении, это не геополитический курс, это то, что происходит в стране, и более 70% недовольны уровнем жизни, 50% не доверяют ни одной партии. То есть я конкретику говорю не абстрактно, а абсолютно конкретные вещи, которые заставляют задуматься. И самое печальное, что меня тревожит в последнее время, то, что многие люди, я думаю, как бы помягче сказать, чтобы не резко, потому что я вообще сказал, что меня беспокоит то, что страна не имеет будущего. Это резко, но к этому выводу приходишь, когда смотришь, что происходит вокруг. Потому что люди уезжают из страны, люди не участвуют в выборах. Я, кстати, тот же опрос меня удивил, что тем, что он показывает, что чуть ли не более 70% собирается прийти на выборы. Я не знаю, откуда и как, потому что, по-моему, люди уже не верят, что выборами можно что-то изменить. И люди, в принципе, голосуют ногами. Это ты так вот подробно отвечаешь, потому что ты хочешь подчеркнуть, что ты живешь так, как все? Вот как у всех проблемы, так и у тебя, да? К этому? Ну, ты спросила, что... Чем, как тебе же сегодня живется, что, я спросила. Что меня волнует? Меня волнует вот это, потому что у меня дети, семья. И я, чтобы закончить мысль о том, что люди голосуют ногами... Самое печальное, что сейчас уезжают люди, которым хорошо живется в стране, как мне, как тебе. Нормально, то есть не бедствуем, не шикуем, но нормально. Средний класс, так называемый. Так. Может быть, даже чуть выше среднего. И я всегда вспоминаю, когда началась первая волна миграции в Кишиневе, в конце 90-х, да, скажем, люди стали уезжать, после 95-го. Я помню, тогда министром безопасности был, директором службы информации и безопасности был Валерий Посад, который обнародовал первую цифру, наверное, это было в 2000 году, о том, что уехало из страны 600 или 650 тысяч. Я был пресс-секретарем президента, президент Лучинский очень обиделся на него за это, потому что он показал, что люди уезжают. И он считал, что это не соответствует действительности. И я тоже так считаю, потому что в 2000 году 600 тысяч за границей не было. Было максимум 200 тысяч, может быть 150. Речь не об этом. И мы тогда разговаривали на эту тему. И я говорю, я так проанализировал, думаю,
Да ничего страшного, что люди уезжают. Из той же Португалии и Испании, например, которые позже вступили в европейское сообщество в 1972 году, если я не ошибаюсь, после падения режима Франко, люди тоже уезжали. Тоже был, ну, была диктатура, был очень жесткий режим, не было рыночной экономики, не было развитой экономики. Люди уезжали в соседнюю там Италию, в Германию, во Францию, в страны европейского сообщества тогдашнего. Но через 5-10 лет они вернулись. Государство создало условия для того, чтобы они вернулись, и они вернулись совершенно с другим менталитетом, с другим мировоззрением, с менталитетом рыночной экономики. А самое главное, у них на родине появились условия для того, чтобы чем-то заняться. Были созданы рабочие места, и они очень быстро уже к концу 80-х, то есть через 15 лет, они уравняли, не было разницы большой между Италией и Испанией, между Францией и Португалией. И я надеялся, что это произойдет и у нас. У нас, к сожалению, этого не произошло. Люди, которые начали покупать квартиры в Кишиневе в надежде вернуться в начале 2000-х годов, 2002-2004, там, они разочаровались полностью. И сейчас мы что наблюдаем? Что они забирают свои семьи, детей, родителей, чтобы умирали там, а не здесь. Я, как и многие, был на кладбище в деревне, ну, на недавних праздниках. Я увидел, что гораздо меньше людей в этом году приехало, чем в прошлом году или чем позапрошлом. И с этим это очень негативная тенденция, что люди уже вообще сюда не приезжают, ни на могилы предков даже не приезжают. Но самое печальное, я возвращаюсь к своей мысли, что сейчас набирает обороты новая волна иммигрантов, и это уже не рядовые гастарбайтеры, не люди, которые уезжают от безысходности, от того, что в конце 90-х нечего было кушать, не было работы. У этих людей, в принципе, есть все. Есть работа, машина, бизнес небольшой, дом. Но они уезжают от того, что не видят перспективы для себя и для своей семьи, для своих детей. И я вот это наблюдаю, что очень многие люди закрывают свой бизнес, продают, уезжают. Им будет очень сложно. Но ты в эту категорию не входишь? Я в эту категорию не вхожу, потому что у меня профессия такая, что в другой стране я с любимой профессией заняться не смогу. Поэтому я пока наблюдаю за всем этим процессом, общаюсь со своими друзьями, с фермерами, кстати. У меня есть несколько друзей-фермеров, хороших друзей, которые имеют 30, 50, 100, 150 гектаров земли. Между прочим, их такие мысли посещают. И они очень жалеют, что лет 10 назад они инвестировали здесь, а не в Румынии, к примеру. Вот ты заговорила о профессии. Давай как-то вот сразу определим. Ты себя как ощущаешь на сегодняшний день? Ты больше телевизионщик? Или ты приверженец старого, доброго, печатного слова? Я здесь об инфотаге, конечно, говорю. Я информационник. Я, конечно, информационщик. Да. Угу. Я информационщик. Нескромно будет сказать, неплохой информационщик. Потому что я за свою жизнь работал и в Associated Press, и в France Press, и в Интерфаксе. И Инфотаг мы создали в 92-м году, и я так думаю, что это старейшая независимая СМИ на молдавском рынке в настоящее время. У нас нету ни газет, ни журналов, ни информационных агентств, которые имели бы стаж 25 лет, будем отмечать, в следующем году. То есть ты себя уютно чувствуешь и там, и там, ничего не выделяя при этом? Да, я люблю свою работу, я информационщик, я занимаюсь целый день информацией. Телевидение я всегда воспринимал как хобби. Это пришло совершенно случайно в 2002 году. Я подумал, что я пойду директором тогдашнего ОРТ Молдова так на год-два,
чтобы посмотреть, чем это кончится. Кстати, тогда я и пытался и преподавать на факультете журналистики. Я помню ту пресс-конференцию. Я думаю, что... Когда ты говорил о своих планах. В инфотаге, кстати. Да, и я думаю, что год-два там помогу поставить на ноги телевидение, которое тогда имело в 2002 году более 3 миллионов леев. Долги были. И, в принципе, ничего, хороший коллектив. И так это моя недолгая командировка из инфотага на телевидение продолжалась 11 лет. Сейчас продолжается на телевидении, просто ты в ином качестве. То есть у тебя же проект сейчас на телевидении. Сейчас продолжается, да. То было замечательное время вообще. Когда мы создавали ТВ-7, когда закрывали ОРТ, когда отбирали лицензии, когда скандалы были, когда мы создавали ТВ-7, сохранили коллектив, я думаю, что это был важный этап развития телевидения на да. молдавском рынке. Кстати, да. Знаешь, как тебя воспринимаю я? Я тебя воспринимаю, да, как представителя старой гвардии. Вот я очень дорожу этими людьми, которые для меня составляют старую гвардию. Я провела условно черту, да, вот когда, на мой взгляд, люди могут отнести себя к этой категории. Знаешь, она очень условная, но мне показалось, что именно здесь она пролегла. Вот когда появились публика и журнал ТВ, вот начался вот этот вот бум такой, да, если помнишь, информационных именно каналов, когда пришло много-много журналистов, когда стали появляться бесконечные порталы, да, информационные, их тоже стало много. То есть как-то очень изменилась, да, ситуация в журналистике. Так вот, ты для меня все-таки олицетворяешь старую школу. Я искренне считаю, что вот тогда, в те времена, о которых ты сейчас говоришь, журналистика была не свободнее, но качественнее. Однозначно. Согласен? Однозначно. И мы действительно захватили еще ту школу. Она была чересчур заорганизованной, чересчур честной, добропорядочной. Я прошел школу АТЭМ, школу информационного агентства АТЭМ, где каждая запятая и каждое слово должно было быть на своем месте. Я попал туда в бурные времена конца 80-х, когда непонятно было, что будет, как будет, куда пойдет страна в целом и информационное агентство. И я успел там поработать 3-4 года, и набраться хорошего опыта, потому что так, как редактировали тогда, конечно, я помню, покойный Саша Ткоров, хороший журналист, он отличился в АТЭМе тем, что одну информацию на страничку текста он переписал 18 раз. И каждый раз редакторы возвращали. И Саша Ткоров, кто его знает, это был талантливейший журналист, писатель даже, вот он тоже прошел такую школу. И нас просто возвращали. Не годится, не годится. Потом, я, конечно, вспоминаю всех своих учителей того периода. Некоторые из них есть. Евдокия Федоровна Тищенко, например, есть. Остальных уже нет в живых. Леонид Иванович Халаш, Раиса Ивановна Хоменко, Федоровцев. Мы просто потом даже изменились времена. Началась гонка. Да. Началась гонка, да, за информацией, за объемом. И мы даже, когда писали уже в 92-м году, мы чувствовали, что это уже не то качество. И мы говорили, вот, наверное, наши информации там публикуют в независимой Молдове тогда. Наверное, Федоровцев дома сидит и редактирует, потому что он редактировал ручками тремя цветами. Наверное, это тоже заорганизовано. Наверное, это тоже... Ты знаешь, я вот не могу сказать за печат, но я скажу за телевизионную. Знаешь, как у нас говорят, да, журналистику. Что я увидела, знаешь, вот мы не хотели, на мой взгляд, скандала любой ценой в студии.
мы тогда не так думали о рейтингах. Мы вообще не думали о рейтингах. Не, ну были там мерили. Как-то мы смотрели, ну, как-то, я не знаю. Это было все очень мы копали глубже, вот что ли. Вот это понимаешь, да. То есть. Телевидение это особая история, и радио тоже, потому что я убедился, руководил разными СМИ. Угу. Долгое время. Я убедился, что в принципе не в обиду будет сказано, я сам могу считать себя телевизионщиком. Львиная доля журналистов, которые работают на телевидении и на радио, они вообще писать не умеют. Вот если заставляешь их писать, это просто ужас. Они, слово «не воробей» вылетело, пролетело, кто-то услышал, кто-то не услышал. Да. Я уж не говорю про дикцию, про акценты и так далее, и так далее. Но профессионализм, конечно, сильно страдает. Про блогеров, про блоги, порталы, здесь просто уму непостижимо. Я, например, и ответственности никакой. Да. Самое печальное, что ответственности никакой. Я, например, на днях разговаривал с одним представителем одного очень известного портала, я не буду его называть, и нужно было перечислить деньги. Он говорит, а у нас нет счета. Я говорю, как? А мы не зарегистрированы как информационный портал. А как? А никак. То есть и эти люди пишут, публикуют что-то, кого-то там обижают, и на них в суд нельзя подать, элементарно. Я не за то, чтобы на журналистов подавать в суд. Ну, конечно, деградировал. Меня очень часто спрашивают, как работалось вот при власти партии коммунистов до 2001-2009 год. И как работается, и как работается после. Правление партии коммунистов, хотим мы того или нет, мы будем уходить в политику, я делю на два четких периода. То есть первый мандат 2001-2005 год и второй мандат. Первый мандат, на мой взгляд, был вообще почти безупречным, там было нормально. Во втором мандате было много злоупотреблений, много нарушений. Я вообще не приемлю термин «захваченное государство», но если он существует, то основы были заложены именно тогда. Захваченного государства, захваченных государственных учреждений и так далее. И первый этап мы как бы были лояльны властям. Не могу сказать, что активно сотрудничали, но нейтрально. Второй этап мы, после того, как абсолютными злоупотреблениями отобрали лицензию РТ Молдова, мы создали канал ТВ-7. Я могу сказать, что я создал канал ТВ-7, я договаривался, формат передачи не позволяет раскрывать скобки, я тогда вел переговоры с Марком Ткачуком, которому влетело потом от Воронина за то, что позволил открыть оппозиционный канал. Ну да, я догадываюсь. И после открытия ТВ-7 мы были в оппозиции к властям. Это ни для кого не секрет. В том числе Ткачук в самом начале меня спросил, вы как будете, мы вам дадим работать. И ты честно сказал, что мы будем в оппозиции. Примерно так, хуже. Хуже, потому что перспектива была, что мы обратимся в Европейский суд по правам человека и выиграем этот процесс, безусловно, бесспорно. И, старый добрый шантаж. И он это понимал. Нет, он это понимал. И тогда и он спросил, а мы вам дадим работать, а вы как себя будете вести? Я сказал, я никаких указаний давать не буду. У меня 60 человек работало на канале. Вот спросите их, как они будут относиться к вам. Марк Ткачук как не глупый человек. Он подумал себе, есть ведь еще и владелец канала, тот, который вкладывает в него деньги. Интересно, какая у него будет позиция? Марк Ткачук. Нет, он понял, ладно. Оппозиционные СМИ нам тоже нужны. И что я хотел сказать, почему я начал говорить про тот период партии коммунистов? Потому что, будучи в оппозиции, я не скажу, что десятки раз, но довольно часто мне звонили и реагировали на какие-то наши критические материалы.
Советники президента, Верилия Батранак была, Оксана Доменти, Олег Моисеевич Рейдман, они реагировали на критику на оппозиционном канале и говорили, вот у вас там есть факты, дайте, мы, особенно госпожа Доменти, она отвечала за социальную сферу. Ну, после 2009 года можешь критиковать, хоть переворачивайся, хоть вытри ноги. Ну так, а тебе скажут, ну так свобода СМИ, смотри какая, вот давили при коммунистах. Нет, так, не давили, в том-то и дело, что не то, что давили, это давили уже потом, перед 2009 годом, там, разным мелким шантажом, арендой помещений и так далее. А так просто реагировали, как... То есть, что даже как-то вот, что, даже было что приятно, пытались, что смотрят, конечно, да? Пытались исправить ситуацию. Хорошо. Я вот, мы с тобой о профессионализме немного говорили до этого. Хочу тебе напомнить один твой эфир, когда ты меня удивил. У тебя в эфире был Юрий Иванович Рожко. Да, помню. Да. Это был тот эфир, когда что-то, ну, вы спорили, он встал, повесил микрофончик и ушел. Это был первый подобный случай в современной истории. После этого знаешь, было, до после, этого не да, было. Да, сейчас уже многие да, уходят. После этого было, до этого не было, поэтому но был шок. Но был шок, и была и реакция твоя интересна. Потому что сейчас, когда уходят, у меня еще из эфиров не уходили. Один раз попытались, но по техническим какая причинам реакция, не смогли. Какая реакция была, знаешь, я не ты? Помню. А я тебе напомню. По окончании программы ты сказал так... Я и моя команда с задачей не справились, сказал ты честно, и принес свои извинения за то, что вот получился такой эфир, и сказал, что вы будете работать и ждешь, значит, зрителей на следующей программе. В принципе, после тебя я не помню, чтобы кто-то еще так реагировал, да? Так, чтобы извинялись, это признали. Может быть эмоционально. Не, но это было честно. Может было быть, видно, да, что это ты было, говорил я искренне. Я всегда искренне говорю, и в эфире в том числе, и сейчас. А тогда, сейчас я бы, наверное, на ту передачу я бы так не отреагировал, по крайней мере, бы не извинялся. Ну вот видишь как, а тогда это произвело впечатление. Зная последующую биографию Юрия Ивановича Рожки. Оставь сейчас спокой, пожалуйста, его биографию. Мне интересно, вот на самом деле, почему ты так поступил? Ты на самом деле, вот как ты сейчас говоришь, я честно, я всегда вот такой честный. Либо ты показалось тебе, что это самый достойный выход из ситуации. Вот так сказать. Ну, то, что это был шок, безусловно, потому что это был первый подобный случай, мы помним. Сейчас это уже много каналов, много... А это был, наверное, не знаю, 2009 год, не знаю, какой год был. Да, это было 2008-2009, где-то там. Потому что был Мушук на той передаче и еще кто-то. Хорошо, что были и другие приглашенные. Ну да, гости, да. Было бы обидно, если бы один встал и ушел. Я из того эфира сделал один вывод и поделюсь секретом и советом. Делись. Добрым. Не раскрывать карты до эфира, что будешь спрашивать, о чем будешь говорить и о чем будешь говорить. Какие вопросы будешь задавать, меня даже иногда просят, дайте вопросы. Я могу дать вопросы. Это я не даю. Это не проблема, я все равно не придерживаюсь тех вопросов во время эфира. Да. Это не проблема. Вопросы – это болванка, которая есть на всякий случай, если... Это не проблема для меня. А вот раскрывать карты, вот я тогда... допустил вот эту ошибку. До передачи мы разговаривали с господином Рожко, мы с ним знакомы много лет со студенческой скамьи. И тогда я помню, нет, это было все-таки в 2010 году, это было в 2010 году, ближе сюда, потому что тогда он возмущался какими-то, я уже не помню, в чем была суть, но они пикетировали публику. Была такая ситуация, когда они пикетировали публику. И я перед эфиром говорю: Юр, какое вы имеете моральное право пикетировать публику, если мы помним ваши эфиры на Евро-ТВ, которые были беспредельщиной полной. И эти люди, кстати, работают сейчас тоже на определенных каналах, не буду их называть. Это был образец
непрофессионализма, образец манипулирования общественным мнением, когда выходили там 2-3 человека вечером на Евро-ТВ и всех поливали грязью. Евро-ТВ принадлежал на тот момент Рожкину. Я об этом сказал. И он понял, что я об этом скажу в эфире. И когда мы только затронули, только-только готовы были затронуть эту тему, он сказал: вы мне не даете сказать, встал и ушел, потому что он очень не хотел, чтобы я говорил на эту тему в эфире. Я с тех пор вот какие-то особые секреты до эфира с приглашенными не обсуждаю. Ты знаешь, мне удалось избежать этих ошибок, потому что я вот входила в эфир, возможно, мягче, чем ты. Да, у меня были какие-то стадии в моей телевизионной карьере. Потому что я до сих пор говорю только тему. Только. И все-таки говорю, кто будет еще, потому что для многих это важно. Не, кто будет еще, да, безусловно. Вот так. А больше, конечно, никаких подробностей. Как-то... Кто будет еще, это безусловно, потому что это как домой в гости приглашаешь гостей. Ну, это важно. Надо учитывать совместимость гостей. Может, они друг с другом не разговаривают, ты их в одно время приглашаешь домой в гости. Есть вот такой момент. То же самое, да. Соглашусь. У нас есть политологи, которые не общаются друг с другом, есть политики, которые не общаются с друг с другом. Ну, конечно. Их, да, невозможно в одну студию, в одну передачу. 100% соглашусь и поставлю восклицательный, да, знак. Ну вот если о тебе, то ты на самом деле ведь при всех, при всей критике, которую сейчас вот ты сам в адрес себя сейчас сказал, ты очень предан профессии. И, возможно, здесь одна из причин кроется еще в том, что ты побывала по другую сторону. Да, да, это было интересно. Позволь, это... я вопрос закончу, да? Было интересно. Ты был пресс, да, не сомневаюсь, ты был пресс-секретарем президента Лучинского, и потом журналисты сошлись во мнении спустя много лет, что ты был, пожалуй, самым открытым пресс-секретарем президента всех времен, да, и народов для Республики Молдова. Вот, то был хороший опыт. Я не сомневаюсь, было интересно. Вот у меня этот опыт тоже есть, я тоже побывала по ту сторону. А хочу тебя спросить, что ты такое узнал для себя в это время и о себе на этом посту? И закрыл ли ты для себя окончательно вот эту дверь под названием политика? Да, я эту дверь окончательно закрыл тогда, когда ушел в 2001 году, потому что в том числе Владимир Николаевич Воронин предлагал остаться. Я не представлял себе, человек, который работал пресс-секретарем у одного президента, остается работать с другим президентом. Сейчас это было бы в порядке вещей. Тогда нет. Ну, во-первых, я попал туда не то что случайно, но я попал против своего желания, в принципе. Я не хотел идти на госслужбу. Потому что однажды, уйдя с Государственного информационного агентства в 92-м году, я сказал на этом все, в 93-м, сказал на этом все, с государством мои отношения работодателя и сотрудника закончены. Это разные ситуации, у тебя был хороший тыл. Разные ситуации, да. Да, и ты вернулся в Инфотак. И многие считают, что я занимался избирательной кампанией, я работал с Петром Кирилловичем сначала, это не так. Наоборот, в 96-м году я на выборах держался подальше, а потом он стал активно приглашать. Я знаю, кто меня рекомендовал, сказал, что я справлюсь, но я не буду говорить, этого человека уже нет живых, я его очень уважаю. И с третьего раза я согласился. Петр Кириллович два раза вызывал меня, приглашал, и я говорю: нет, мне это не нужно. С третьего раза он сказал: ну сколько, президент тебя просит, и ты не согласаешься. Я сказал: ну, давайте попробуем. В момент, когда я что-то сделаю не так, вы мне говорите, мне есть куда уходить, я тут же ухожу. Ну, проработали до конца, 3 года. Ввел эту практику я, это было совместное решение с президентом, проводить брифинги каждый понедельник в 2 часа дня, или в 12:02, по-моему. Каждый понедельник. Могу сказать, что за 2 года, которые я проводил эти брифинги, практически не было ни одного вопроса, на которого я не ответил. Потому что это были, в принципе, не брифинги, а полноценные пресс-конференции. И я отвечал на любые вопросы от имени президента.
Я помню. Конечно, это не могло не понравиться журналистам. Они имели пищу, они могли задать любой вопрос. Мы знали позицию президента. Да, я просил, если что-то особо сложное, чего я не знать, сообщать заранее, чтобы я спросил президента. Я всегда оставлял право за собой не отвечать, а спросить и потом ответить. Но таких случаев было там пару на моей памяти. Я брал на себя смелость, я очень рисковал, когда отвечал, но мне действительно нечего было терять. Я не дорожил своей должностью, я не стремился делать карьеру госслужащего. Я стремился быть своим среди чужих, если хотите. Я стремился дать журналистам информацию. Я всегда говорил всегда критиковал пресс-службы за то, что они делают все для того, чтобы как можно меньше журналисты узнали, чтобы дать дозированно. У меня было наоборот. Давайте, спрашивайте, давайте будем сотрудничать. Когда я пришел, Лучинский там поругался с Флуксом, еще с кем-то, я восстановил эти отношения, мы пошли в редакцию Флукс. Мы работали, сотрудничали со всеми. Я рад, я знаю, что журналисты оценили этот мой шаг тогда, но у меня мысли не было оставаться дальше, продолжать политическую деятельность, о чем я никогда не жалею. Глядя на молдавскую политику, вот ты попробовала. Да, я знаю, что не поняла про себя. Я поняла про себя одну важную вещь. Я не чиновник. То есть вот этот вот образ жизни чиновничий, вот эти заседания, да. И менталитет вот этот чиновничий. Во-первых, я пришел, тогда были другие времена, те времена, да, ты сказала «старая гвардия», мне не очень нравится этот термин, но я вспоминаю, когда говорили во времена ЦК КПСС, там в 70 лет стал кандидатом члены Политбюро ЦК КПСС, ему говорят: «О, какой молодой, я уже кандидат в члены Политбюро». Я стал советником президента в 33 года. И я был самым молодым в аппарате президента на такой должности. Да, иногда ходил в джинсах. Потому что, по коридорам иногда, президентуры. Тогда это было смело. Я уже тогда, как и сейчас, два раза в неделю ходил на волейбол. Как и сейчас, это было понедельник и четверг, вот столько лет. И я жил недалеко, поэтому я где-то в 4 часа уходил домой, переодевался в кроссовки и джинсы. И приходил на работу, чтобы сразу на волейбол уходить. И однажды меня пригласил Лучинский часов в 6, не было 6, наверное. Угу. И мне ничего не оставалось, как. А он прийти в таком виде. Да, костюм держать в кабинете. Вот не держал не я костюм в кабинете. Да. Да, на телевидении уже держал, а там мы нет. И как сейчас помню, он не оглядел так. Поверх очков, сверху, снизу до верху. Это что такое? Конец рабочего дня, сегодня у меня спорт. Конец не конец, а рабочий день еще не кончился, чтобы такого больше не было. Я после того ходил, в принципе, в костюме и в галстуке. Хорошо, вот если о политике продолжить, у меня еще много вопросов. Давай как-то попытаемся более компактно. Короче, если о политике. Есть ли все-таки на сегодняшний день такая политическая сила, которые соответствуют твоим представлениям, твоим ожиданиям, да, от молдавской политики? Я уже высказывался по этому поводу. Можешь ее не называть, но просто скажи. Нет, я отвечу. Я не хожу на выборы с некоторых пор. И не буду ходить на выборы до тех пор, пока к власти не придет такая политическая сила, глядя на работу которой, я скажу: «Эх, почему я не проголосовал за этих людей? Я хочу, чтобы я пожалел о том, что я не проголосовал за них». И тогда я стану их сторонником. Пока что я смотрю на всех и говорю: слава богу, я хоть за них не голосовал. То есть такое мнение о том, что если вы не проголосуете, то вашим голосом могут воспользоваться другие, оно не работает. Абсолютно не работает у нас. Поняла. Потому что, когда мы видим, что сейчас парламент полностью нерепрезентативен, он не представляет настроение избирателей, он не отвечает
раскладу, который сложился по результатам парламентских выборов 30 ноября 2014 года, о чем мы говорим? Мы пойдем на выборы, проголосуем за депутата X, Y или Z, и он продаст себя и мой голос вместе с собой. Получается, у тебя такая логика. Зачем? Интересно. Я думаю, что следующий шаг, в принципе, если мы говорим про политику, то мы в ближайшие 2 года будем свидетелями перехода к смешанной избирательной системе. Я тоже думаю, что это будет иметь место, и мы даже знаем почему. Да, что усилит еще больше политическую коррупцию, и что депутатов, будущих депутатов, будут покупать с потрохами, как называется, на корню прямо тогда, до выборов. Ну, говорят об этом, знаешь, я все-таки хожу на выборы. Я здесь с тобой не солидарна, во многих вещах солидарна. Здесь считаю, что на выборы ходить надо, потому что даже... Я знаю, неправильная позиция. Не следуйте моей позиции. Не следуйте, уважаемые телезрители, его позиции, потому что, понимаешь, как вот я согласна, что есть вопросы, но принцип меньшего зла, он здесь должен работать. Я боюсь, что меня заставят пойти на выборы, когда они там президентские, 30 октября. Ну, по идее, так. По идее, меня могут вынудить пойти на выборы, проголосовать, чтобы, не дай бог, кто-то не стал президентом. Ну, это интересная позиция, да. То есть как-то так у тебя... Судя по кандидатам, которые обозначены, хотя, я думаю, будет сюрприз. Ну, вот ты начал говорить о президентских, и вот сейчас самая главная интрига. Я не буду сейчас по кандидатам, по фамилиям. Во-первых, потому что мы не знаем всего перечня, всего списка. Мы не знаем, будут ли выборы вообще еще. 100%. По каким правилам они будут проходить. Да. Ну, давай так, вот общий такой вопрос. Но, тем не менее, он очень важный. Ты веришь в то, что эта власть может позволить, чтобы представитель от оппозиции стал президентом? Вот я настаиваю на такой формулировке. Позволить. Да, позволит. Позволит. Позволит, если представитель оппозиции будет ручным. У нас очень много ручной оппозиции. То есть ты... Прирученный. Ты такой вариант, в принципе, рассматриваешь. Честной борьбы, чтобы вот по-серьезному, чтобы оппонент власти выиграл выборы, такого не допустит. А мнимый оппозиционер... То есть вот так ты делишь, ты оппозицию делишь. Конечно. Хорошо. Как изменился политический класс за эти годы, мы с тобой видим. Но мне сейчас хочется задать тебе вопрос сложнее. Как изменились мы, молдавское общество, за эти годы? Мне кажется, это более сложный вопрос. Испортилось. Испортилась ты какой? Политики нас портят. Да, а сами мы не по себе. И сами мы портимся. Не портимся. Мы да? все выступаем против коррупции. Тот же опрос показывает, там не знаю сколько, около 50%, что коррупция главная проблема. А мы все участвуем в этом процессе. Потому что коррупционер не только тот, который берет взятки, но и тот, который дает. Но все равно рыба портится с головы. Когда мы видим политическую коррупцию на самом высоком уровне, подкуп депутатов и так далее, то мы и в то же время дело о подкупе депутатов в предыдущее 2013-го, все, да, 13-го. Все, сбежали ребята. У нас почему-то, когда дело доходит вот до решающего этапа, будь то, не знаю, начальник там бывший налоговой или еще кто-то, они почему-то исчезают. Им говорят: ребят, следующее заседание будет выноситься приговор, вам пора делать ноги. Вот и с этим делом политической коррупции. Как люди могут верить власти и судебной системе в такой ситуации? Это порождает, одно другое порождает. Ну, вообще, это, конечно, все получается, знаешь, это получается грустная картина. Очень но грустная. На самом деле сейчас очень многие стали обращать на это внимание. Вот говорить, ну, хорошо, понятно, там, ну, как могут люди голосовать за человека, который вот точно знают, что вор там и виноват в том-то и том-то. Тем не менее, эта картинка есть. Знаешь, при таком положении дел очень сегодня модно стало говорить о патриотизме. Вот ты сам начал говорить, что есть какие-то люди, которые уезжают, кто-то остается. Давай так вначале, что для тебя означает это слово, какой смысл ты в него вкладываешь? Это слово настолько опошлили в последнее время, что я особо и говорить не хотел бы, потому что там кто-то патриот, кто носится там с каким-то флагом, кто-то не патриот.
Для меня патриотизм – это очень просто. Кто живет здесь в надежде на лучшее, пытается сделать, чтобы было лучше, любит свой дом, семью, детей и страну, как это не пафосно звучит. А дальше, конечно, понятие патриотизма у нас имеют очень сильное геополитическое значение. Оно расходится и размывается. И я с ужасом думаю, ну, во-первых, ты знаешь, я всегда был за прямые всенародные президентские выборы. Да. С 2000 года я не скрывал. Я считал это решение глупым, неправильным и критиковал его. Но вот когда... То же самое я считаю решение Конституционного суда. Я, в принципе, за прямые всенародные президентские выборы. Но то, как это было сделано, это ужас. Это не поддается ни логике, ни здравомыслию, ни юриспруденции. Я знаю, что господин Танасий, председатель Конституционного суда, обижен на меня за то, что я критикую это решение. Но это так. Я тоже критиковала, он сидел вот здесь, на своем месте, поэтому ты не одинок. Конституционный суд не имеет права вносить поправки в Конституцию. Конституционный суд может вынудить, заставить, рекомендовать парламент это делать. Так вот, я в принципе считаю, что президента нужно выбирать всенародным голосованием. Но в то же время я сейчас с ужасом думаю, о предстоящей избирательной кампании. Что будет? Потому что люди не помнят уже, как выбирали президента всенародным голосованием в 96-м году. Я очень хорошо помню ту кампанию. Тогда самый крутой пиар-шаг, который был, это на последних, не знаю, помнишь дебатах, ты или нет. Я помню, да, на последних дебатах в 96-м году президент Снегур предложил кандидату в президенты Лучинскому прочитать «Отче наш» в телевизионной студии. Это было так круто! Это был пиарщики, политологи тогдашние, наверное, ночи не спали, думали, что бы такого придумать. Представьте себе, что будет сейчас. Ну, в конечном итоге, как мы видим, Снегур президентом не стал. Да, когда целые команды, десятки экспертов, в том числе зарубежных, работают, применяют технологии. Какие технологии и что будет? И самое печальное, что я думаю, молдавский народ будет выбирать президента не человека, который предложит лучшую экономическую программу, который реально имеет какие-то менеджерские качества, чтобы способствовать открытию рабочих мест, развитию экономики и так далее. Мы опять будем голосовать за Россию или за Европу, за объединение с Румынией или против объединения с Румынией, за таможенный союз или за Европейский союз. И люди ничему не учатся. Господа, товарищи, это глупо. Голосовать на выборах за президента, который вас поведет. Никуда он вас не поведет. Это глупо рассчитывать, что будет объединение с Румынией или не будет объединение с Румынией. И вот, на мой взгляд, власти, вот как оппозиция попалась на это решение Конституционного суда. Ты меня уводишь от патриотизма, мне это не очень нравится. Не потому нравится. Что, да, потому что мне вот важен был ответ именно на этот вопрос. Вот, хорошо, вернемся к патриотизму. Да. И вот власти будут навязывать вот эту, по-румынски говорится, писты фалсы, фальшивые темы, искусственные навязанные темы, в том числе и патриотизма, для того, чтобы не обсуждать, что в стране плохо, что миллиард украли, что и дальше воруют, что миллиард не вернули, ничего не вернули, кстати, из тех денег, хотя обещали и так далее, и знают, где эти деньги. А вот патриотизм или не патриотизм? Если ты за объединение с Румынией, ты не патриот. Или наоборот, если ты настоящий румын, то ты патриот. Вот эти темы навязываются искусственно. Мы наблюдаем раскол общества. Эти выборы президентские еще больше расколят общество. Принцип... Ну, ты понимаешь, я где-то здесь, я понимаю, о чем ты говоришь, и я не думаю, что геополитика это наверняка должно стать самым главным, да, в избирательной программе каждого кандидата. Но это искусственная тема. Ну, согласись, это искусственная тема, но после мандата господина Тимофти, ты знаешь, для очень многих людей она перестала быть искусственной. Вот его такие немногочисленные выступления, да, и ориентация в одну сторону очень многих людей, мягко говоря, не обрадовала. Он предпочитает молчать в последнее время. И, возможно, это даже правильное решение, да. Не знаю. А ты вот дал такую характеристику, да, патриотизму.
ты, получается, что ты себя чувствуешь патриотом, считаешь? Ну, естественно, хотя многие будут считать, что я не патриот. А то много есть, их таких, как ты, как думаешь? Ну, думаю, что достаточно много. Думаю, что достаточно много, но в то же время не меньше, наверное, и тех, кто считает, что вот эта категория людей не патриоты. Понимаете, патриотизм, я почему ответил, вот, что это любить свой дом, свою родину. Потому что высокопарные слова, там, понятия, что погибать за родину и так далее. Mm-hmm. Ну, мы живем в 21 веке. У нас космополитизм, глобализация, прагматизм, размытые границы, глобализация мира. Это все неизбежно происходит. И мы не можем сегодня говорить о том, что вот патриотизм в чистом виде. Поняла. Про то, что ты себя считаешь патриотом, мы тоже выяснили. Да. Вот одну характеристику, еще одну, ты дал себе сам. Я не назвал бы себя амбициозным, являясь сторонником общечеловеческих ценностей. Важно жить в гармонии с собой, с семьей, с любимым делом. Если о чем-то мечтаю, так о том, чтобы эту гармонию сохранить. Так говорят люди, у которых, в принципе, все окей. Это 2008 год, твое интервью. Сегодня ты повторяешь эти слова? Да, конечно. Это мое интервью где? Я повторяю, подписываюсь под каждым портал словом. Портал у Молдова. А, да, то есть, было ты такое, знаешь, ты было не часто такое. Даешь да, вот не интервью о себе, поэтому вот мне было интересно вытащить тебя на такую беседу. Я рад. Ну, я даже так 2-3 интервью могу вспомнить. Юлия Семеновна была где-то в 2005 году, наверное. Вот недавно девочка делала, Инесса Дерменджи, тоже неплохое интервью, которое мне понравилось. И вот ты. Спасибо. А теперь... Да, я подписываюсь под этими словами до сих пор. Я не говорю, что мне плохо. Мне достаточно хорошо, мне достаточно комфортно, потому что у меня есть любимое дело, есть работа. Я здоров, самое главное. Вот это такая страница, не знаю, вот твоей биографии, все-таки я хочу к ней еще раз вернуться. ТВ-7. Вот. Угу. Это я... Ты о ней много говорила, я поняла, что тебе это дорого. Ты не скучаешь по той работе? По команде... Вот я, например, по Ниту скучаю. Я по команде скучаю и знаю, что команда скучала и скучает по мне. И в социальных сетях часто пишут, эх, вернуться бы, объединиться, встретиться. И я предполагал, что с моим уходом того ТВ-7 не станет, но не предполагал, что это случится так быстро, потому что было глупо не сохранить команду. К сожалению, не сохранили команду, команда распалась. Сегодня журналисты с ТВ-7, менеджеры работают везде. Во всех каналах. Ты знаешь, нитовцы, наверное, еще больше сегодня, на сегодняшний день работают везде. Да. Ну вот... я собирал по крупицам команду, и было очень сложно сохранить и в 2009 году, когда появились, ты сказала, публика и журнал, и зарплаты были на порядок выше, ну, существенно выше, не на порядок, но существенно выше. И тем не менее, не уходили. И остались бы и дальше. Но, к сожалению, я не хочу комментировать, что случилось дальше. ТВ-7 это мне больно, потому что это мое детище. Я рассказывал, как создавали. Полгода не работали, сидели без зарплаты люди, не уходили. Я им уже говорил, ребята, трудоустраивайтесь, не знаю, что будет дальше. Они говорили, мы еще потерпим, еще месяц потерпим, может быть. И мы действительно через полгода вышли снова в эфир. Мне понятно то, о чем ты говоришь. Но вот в твоей жизни, несмотря на такие страницы, там полгода, да, все, я вот заметила одну особенность. В принципе, вот ты как-то, вот когда делал какой-то шаг, у тебя всегда был какой-то тыл. Вот на какие-то резкие такие, да, шаги ты не очень шел.
ты, вот не знаю, чтобы ты какие-то новые проекты, какие-то экстра такие вот, знаешь, неожиданные, это как-то не очень в твоем стиле. Да, который провалится и останешься ни с чем. Ты абсолютно все просчитываешь скрупулезно. Да, ноги вот, всегда на земле. Есть у тебя ноги это. Ноги на земле, скажи, да. Пожалуйста, а на какой-нибудь сумасшедший такой поступок ты способен? Думаю, что нет. На сумасшедший поступок, на резкое изменение. Там... А вот это касается всего? И профессии, и личной жизни, принципе, и семьи? В принципе, вот так. Всего. Ты такой стабильный. Всего, да. Всего касается. Я не то, что не люблю рисковать, но риск должен быть оправданным, умеренным, продуманным и видеть на два шага дальше, а что будет дальше, а что последует за этим. А если это не пойдет, куда дальше? Есть обратно или нету обратно? Ну, и с годами, наверное, лет 15 назад, когда я пошел работать советником президента, чуть больше уже, я был способен в том числе на какие-то более отчаянные поступки. А со временем приходит, ну, остепенился, если хотите. И потом о таких, как ты, в фильмах говорят фразу: мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Супругу ты удивляешь как-то? Какими за поступками? Ну, я не говорю, что в окна там лезешь, ну что ты делаешь такое? Способен? Способен своим удивлять своим постоянством. Тоже имеет право на жизнь. Я продолжаю цитировать тебя самого. На сей раз твоя характеристика о себе. Я чересчур мягкий человек. Для журналиста это не так уж плохо. Я лично с этим спорю. Но в последние годы я больше топ-менеджер, нежели журналист. И я чувствую, что моя доброта зачастую мне мешает. Не наказываю даже тогда, когда это нужно сделать. Скорее, это мой главный недостаток. Вот неожиданно для меня это твой главный недостаток, и как ты с ним борешься? Ну, вот эту фразу я помню, это действительно так. И, ну, были люди, на ТВ-7 достаточно большой был коллектив, были люди, в том числе, скажем так, нерадивые, которых следовало наказать, которых следовало уволить. Кого-то за пьянство, кого-то еще за что-то. Ну, у меня был оператор, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. И он выпивал. И я держал заявление в столе и говорил: ну вот, еще раз напьешься, я поставлю дату и подпишу, и ты останешься на улице. Но я понимал, что он пропадет, если уволит. Хотя, наверное, неправильно. Ну, есть в нашей профессии такие случаи. Ну, были другие люди, которые там не справлялись с обязанностями. Но всегда тяжело увольнять. Тогда не было столько каналов, столько альтернатив. Сейчас они быстро перебегают с одного канала на другого, на другой. Звезд неба не хватает, уходят на третий, на четвертый. Кадры всегда нужны в нынешней ситуации на рынке телевещания. Тогда была другая ситуация, надо было дорожить кадров, держать профессионалов. Скажи, пожалуйста, ты по-прежнему себя считаешь таким мягким? Да, по-прежнему. Ну, это в крови, это сложно исправить. Поняла. Ну, а теперь вот, ты сам себя характеризовал, теперь уже вот под окончание программы, у нас уже время, к сожалению, вышло, я скажу характеристику, которую дам тебе я, вот выслушав это все, я могу сказать, что главное, что, наверное, о себе тебе нужно говорить, это то, что ты профессионал. Там, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это звучит, конечно, возможно, слишком как-то громко, но это правда. Это должны говорить другие. Я люблю свое дело. Я люблю свое дело, я делаю его с душой, с любовью. Что касается инфотага, который мы создали 25 лет назад почти, и что касается телевидения, что касается передачи, которую я продолжаю вести. Я сказал, для меня это все интересно, я это все люблю и делаю это с душой. Но я не могу. Ты знаешь, зрители это чувствуют. Я не могу сказать, поэтому... что я такой телевизионщик, вот есть у многих, да в том числе и у тебя, наверное,
что я тебе сейчас дам характеристику ответную, что человек не представляет себя вне телевидения. Я знаю людей, которые, ну, вот... вот. Ну, я точно не представляю. Я так люблю эту работу, да. Я не совсем такой. То есть я не могу сказать, что я такой уж телевизионщик до мозгов костей. Я журналист. Ты журналист. Журналист, абсолютно, да. Точно. Но я могу и писать, и анализировать. И... поэтому мне нравится то, что я делаю, и я действительно это делаю искренне и с любовью. И, но вот в недавнем интервью, если цитировать свои интервью, в последнем интервью, она задавала очень хорошие, продуманные, задолго подготовленные вопросы, короткие, и она меня спросила, что вы посоветуете телезрителям. Что-то в этом роде вопрос был. И я сказал то, что повторю сейчас. Верьте только себе. Не верьте даже мне, телевизоре. А я бы, знаешь, как ответила? Я бы сказала так. Я желаю вам, уважаемые телезрители, настоящих профессионалов на экране. Вот как-то так. Благодарю тебя за беседу. Время наше вышло. И желаю тебе оставаться таким же профессионалом еще долгие-долгие годы. Время вышло в эфире. И радоваться. Все непременно. Да, спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.